Судьба этой крылатой машины складывалась непросто. Лишь благодаря воле и настойчивости главного конструктора самолет занял место в боевом строю советских военно-воздушных сил. Сегодня вы узнаете о лучшем фронтовом бомбардировщике Великой Отечественной войны Ту-2. В середине 30-х годов Управление военно-воздушных сил Красной Армии поставило новые задачи перед авиапромышленностью. Советскими военными экспертами к этому времени серьезно рассматривалась угроза нападения со стороны моря. Для борьбы с надводными кораблями потенциального противника потребовался четырехмоторный бомбардировщик дальнего радиуса действия, способный атаковать движущиеся цели в режиме пикирования. Задание такой сложности мог выполнить только один коллектив – КБ «Туполева». В 30-е годы самолеты с индексом АНТ по инициалам конструктора устанавливали мировые рекорды, совершали беспримерные по дальности и продолжительности перелеты, стояли на вооружении рабоче-крестьянской Красной Армии, составляли большую часть флота гражданских воздушных судов. В 1937 году Туполев одновременно занимал несколько высоких административных должностей. Его КБ работало над многими перспективными проектами. Все рухнуло в одночасье. 21 октября 1937 года Андрей Туполев был арестован по обвинению в создании фашистской партии и помещен в Бутырскую тюрьму. Его имя мгновенно исчезло со страниц газет. Самолеты АНТ сменили индекс на ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт. Вслед за главным конструктором были репрессированы многие из его соратников – Владимир Петляков, Владимир Месищев, Алексей Черемухин. Буквально за считанные месяцы в тюрьмах и лагерях оказались тысячи сотрудников исследовательских институтов и заводов авиационного профиля. В преддверии Второй мировой войны правительство приняло решение по формированию из заключенных специалистов особых конструкторских подразделений под эгидой Наркомата внутренних дел с целью создания в кратчайшие сроки современной техники для переоснащения армии, авиации и флота. Сами заключенные называли эти подразделения «шарашками». В 1938 году было организовано ЦКБ 29 Народного комиссариата внутренних дел, в котором вот началось проектирование фронтовых бомбардировщиков. Первым был создан самолет П-2 Петлякова, который явился самым массовым бомбардировщиком Великой Отечественной войны. Вторым был сделан самолет 102 конструктора Месищева, который так в серию и не пошел. И третий самолет был прототип и в конце концов самолет Ту-2. После года, проведенного в Бутырке, Туполев был направлен в ЦКБ-29, специальную тюрьму НКВД. Ему подчинили группу бывших сотрудников исследовательских институтов, серийных заводов и конструкторских бюро. Правительство поставило серьезную задачу – в кратчайшие сроки построить дальний четырехмоторный пикирующий бомбардировщик. Но времена изменились. В Европе началась война. Быстро оценив новые реалии, Туполев выдвинул и мужественно отстаивал встречную идею – создать более простой и легкий самолет для действий на линии фронта и в ближайших тылах. Бомбардировщик виделся ему двухмоторным, хорошо вооруженным, скоростным и пикирующим. Сталин после некоторых колебаний идею одобрил. Проект получил индекс 103 по номеру Туполевского отдела в ЦКБ-29. Весной 1940 года комиссии ВВС был представлен макет прототипа. Затем началась сборка опытного образца. Его испытания прошли в конце 40-го, начале 41-го годов. Наркомат авиапромышленности, ознакомившись с результатами испытаний, принял решение о начале серийного производства. В дальнейшем самолет получил обозначение Ту-2.
Ту-2, проект 103, двухмоторный фронтовой бомбардировщик. Длина 13,8 метра. Размах крыльев 18,8 метра. Максимальная взлетная масса 11 360 килограммов. Силовая установка. Два двигателя АШ-82 мощностью по 1850 лошадиных сил. Максимальная скорость 547 км в час. Практический потолок 9500 метров. Практическая дальность 2100 километров. Вооружение. Две авиационные пушки калибра 20 мм, три пулемета калибра 12,7 мм, бомбы общим весом до 2 тонн. Экипаж 4 человека. Успех принес конструктору возможность покинуть стены шарашки. 19 июля 1941 года постановлением Верховного Совета СССР Туполев был освобожден. Он немедленно занялся организацией производства боевых машин для фронта. В начале Великой Отечественной войны правительство приняло решение о выпуске Ту-2 на заводе в Омске. Андрея Николаевича Туполева назначили главным конструктором предприятия. Одновременно с запуском серийное производство шла модернизация самолета. Весной 1942 года бомбардировщики стали поступать на фронт. Там подтвердились высокие летные и боевые качества машины. Однако, несмотря на отличные отзывы фронтовиков, в октябре 42-го пришла телеграмма за подписью Сталина, предписывающая Омскому заводу прекратить производство Ту-2. Туполев пытался встретиться со Сталиным, предлагал альтернативные варианты, чтобы не нарушать налаженного производства. Если возникла острая нехватка истребителей, спрашивал он, то почему в правительстве обсуждался вопрос относительно переоборудования Як-9 в бомбардировщик? Нарком авиапромышленности Шахурин поддерживал конструктора. Однако голоса в защиту бомбардировщика так и не были услышаны. Сталин остался непреклонен. Но несмотря на это, Туполев продолжил работу над модернизацией машины, совершенствованием ее конструкции. Положение изменилось лишь через год. После Курской битвы советские войска начали стратегическое наступление на широком фронте. Красная армия нуждалась в бомбардировщиках, способных доставлять на большее расстояние большую массу бомб. Осенью 43-го Сталин ознакомился с результатами испытаний модифицированного варианта машины. После этого верховный главнокомандующий признал ошибочным решение о свертывании выпуска Ту-2. Говорил Шакурин, когда акт об испытаниях Ту-2 с высокой положительной оценкой лег на стол к Сталину, то тот обвинил Шахурина в том, что он, значит, недостаточно был настойчив и разрешил снять Ту-2 с производства. И было принято решение возобновить производство Ту-2, но уже на восстанавливаемом в Москве авиационном заводе номер 23. Модернизированные Ту-2 стали поступать в строевые части в первые месяцы 1944 года. К началу летней кампании этими самолетами была вооружена 334-я бомбардировочная авиационная дивизия. Соединение воевало на Карельском перешейке, в Белоруссии, Прибалтике. Сталин приказал командующему ВВС, чтобы тот стерег дивизию как зеницу ока и постоянно интересовался ее успехами. Фронтовые летчики сравнивали самолет Туполева с пикировщиком П-2, и сравнение зачастую было не в пользу машины Петлякова. У Ту-2 было две пулеметных установки, стреляющих назад-вверх. Поэтому все пространство простреливалось, в отличие от П-2, у которого была одна пулеметная установка, и кили создавали мертвое пространство для обороны самолета с хвоста. Также вот большим преимуществом самолета Ту-2 было то, что они уже поднимали
во внутренней подвеске там тоновые, двухтоновые бомбы, которые могли поразить укрепленные районы сразу. На завершающем этапе войны с Германией Ту-2 бомбил Кёнигсберг и столицу Третьего Рейха Берлин. Наиболее массово бомбардировщики Туполева применялись в ходе боевых действий против Японии. Эти самолеты буквально стерли с лица земли Хайларский укрепрайон Квантунской армии, множество других опорных пунктов и транспортных узлов противника. Результаты боевого применения Ту-2 позволили главному маршалу авиации Новикову назвать его лучшим фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны. Всего за время серийного производства с 1942 по 50-е годы было выпущено более 2500 самолетов этой модели. После окончания войны Ту-2 еще 10 лет состоял на вооружении ВВС Советского Союза и других стран. В составе военно-воздушных сил Индонезии, Китая и Северной Кореи бомбардировщик служил до середины 60-х годов. За создание и выпуск Ту-2 Андрей Николаевич Туполев был награжден Сталинской премией первой степени. Произведен в генерал-майоры инженерно-технической службы, а в 1945 году он стал героем социалистического труда.